Всех приветствую, друзья. Дисплейный модуль только что мне принесли, оригинальный, на модель, которую мы сейчас будем менять. Это Samsung J3 16 года. Кодовое название телефона J320FM. Разбитый дисплейный модуль. Поврежден дисплей, здесь сверху видно. Батарею я только что зарядил. Вот. Давайте проверим сразу. Включаю сепаратор, пусть разогревается, потому что снимать будем дисплейный модуль разбитый. Ждем загрузки. Закажи кофе. Загрузился дисплей. Отключаем. Можно приступать к замене. Снимаем батарею и ставлю дисплейной частью, да, сепаратор на 3-4-5 минут, 100 градусов температура сепаратора. Вот. Оставайтесь с нами, продолжим. Минуты 3-4 уже разогревается, как видите. Дисплейный модуль можно снимать. Очень легко снимается при такой температуре разогрева. Аккуратно с нижним шлейфом кнопок. Удаляем всевозможные пластики. Как я уже сказал, оригинальный дисплейный модуль. Стоит он 60-65 евро. Вот. Медный скотч. Удаляем пластик. Кнопка Home.
Ну, евро 10, я думаю, 15 можно взять сверху за замену дисплейного модуля. Как видите, она элементарная, любой может это сделать. Вот и все. Небольшой урок. Всем спасибо за внимание. Это J3 16 года. Новая модель. Я Дов. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. Всем спасибо. До новых встреч.